Овна, в сегодняшний день может быть связан с финансовой нестабильностью. Возможно, когда вы придете на работу, то столкнетесь с неожиданными изменениями обстоятельств. Например, может произойти сбой в работе электричества или сломается компьютер. Расчеты на получение дополнительных доходов могут не оправдаться. У тельцов сегодняшний день складывается достаточно напряженно для работы в сфере услуг. Возможны проблемы в отношениях с некоторыми клиентами. Вместе с тем, не стоит забывать о принципе. Клиент всегда прав. Поэтому старайтесь сглаживать конфликты задолго до их проявления. Воспринимайте таких клиентов как тест на профессионализм. Близнецам звезды советуют максимум внимания и времени уделить совершенствованию в профессии. Успешно проходят курсы повышения квалификации, можно сдавать экзамены по переаттестации, обмениваться мнениями с коллегами. Используйте все доступные вам возможности для расширения и углубления профессиональных знаний. У раков этот день благоприятствует работе с финансами. В частности, преуспевают работники кредитно-финансовых учреждений, бухгалтерий, касс. Все, кто имеет отношение к чужим деньгам или является материально ответственным лицом на своей должности, будут успешно справляться со своими обязанностями. Также это хорошее время для исследовательской работы. Львы сегодня будут склонны к весьма эмоциональным импульсивным поступкам. В первой половине дня это может негативно отразиться на деловом партнерстве и работе в сфере услуг. Довольно часто могут возникать спорные ситуации, и главная ваша задача при этом – удержаться в конструктивном русле, не свалиться на эмоциональное выяснение отношений. Девам в этот день звезды не советуют обзаводиться новыми знакомствами и совершать короткие деловые поездки. Нельзя полагаться на информацию, полученную из конфиденциальных источников. Скорее всего, эти сведения будут недостоверны. Запланированные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. У весов в этот день доходы могут снизиться, а то и вовсе уйти в минус. Особенно это касается тех, кто зарабатывает деньги благодаря участию в коллективной деятельности, творческих и общественных организаций, товариществ, кооперативов, акционерных собраний, клубов по интересам. Расчеты на получение спонсорской помощи вряд ли оправдаются. Скорпионам, ориентированным на карьерные достижения, звезды советуют сегодня умерить свои амбиции. Контакты с вышестоящим руководством могут привести к непредсказуемым последствиям. От вас ожидают более лояльного отношения, однако вы можете быть склонны к проявлению неуступчивости и упрямства, а это не лучшим образом отразится на вашей карьере. Стрельцам будет сложнее добиться продуктивности в работе. Вероятно, этому может помешать ваша повышенная эмоциональность. Сложнее всего придется тем, кто работает вдали от родного дома, вахтовым методом или находится в длительной командировке. Старайтесь не допускать нарушений закона, возможны проверки, в том числе скрытые от вас. У козерогов сегодня очень беспокойный день. Возрастает вероятность аварий в электросетях, травм, ушибов при работе с техникой и механизмами. Напряженный ритм может быть у работников полиции, прокуратуры, МЧС, налоговой инспекции. Могут возникать нештатные ситуации у банковских служащих, типа сбоев работы программного обеспечения компьютеров. Водолеям, которым по роду профессиональной деятельности приходится входить в деловое взаимодействие с другими людьми, звезды советуют проявить максимум сдержанности и терпения. Могут возникать напряженные ситуации, которые, если им попустительствовать, могут легко перейти в открытый конфликт. Рыбы сегодня могут ощущать в себе некое подобие интеллектуального торможения и стагнации. Вы с трудом будете усваивать и запоминать новую информацию. В первую очередь это может негативно отразиться на профессиональном обучении, а также на деловых контактах и торговле. Вы можете почувствовать увеличение объема работы и ужесточение требований к качеству. И, конечно же, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр.